смотрим, что у нас тут. Кидываем. Он начал плесневеть. Всем привет! Коротко и ясно поясняю, я устроилась на работу в книжный, поэтому это видео про то, как я там тружусь, раскладываю всякие книжки, тетрадки, еще что-то. И если вам интересно, как проходит работа в книжном, посмотрите это видео. Я ненавижу вот эти тетради, потому что они очень... Они с пластиком, и они очень скользят. Ты прелесть. И ценники на них плохо клеятся. Ножом. Не порезав при этом как-то. Так, мне выдали ценники. Сейчас будет переоценка. Будем делать. Мы раскрываем ценники и смотрим, что у нас тут. Забиваем в пояс. Нет, знаете где? В справке мы забиваем. Так, все, у меня обед. Сегодня на обед взяла с собой еду. Бутерброд. Он немножко промок, но это ничего страшного. Приятного аппетита. На улице ужасно. Ну что, сказать, рабочий день закончен. Иду по темноте домой. Устала. На улице целый день лил дождь, как я понимаю. Я слышала в магазине. Сейчас дождя нет, слава богу. Иначе было бы не круто, потому что я только в тонкой рубашке. Но на улице дымка. Завтра мне снова на работу. Так что увидите, что будет завтра. Приходится проверять ключик. Когда приходишь, приходится проверять интернет-заказы. Если что-то у чего-то закончился срок, надо обновлять это все, расформировать. Вот я расформировала две книжки в резерве. Ну, один ежедневник и книжка. Оставляю тут. И кто работает, взяли, должен забрать и отнести в зал. Я сейчас подвигу интернет-заказы и потом, скорее всего, спрошу, что мне делать, потому что акции я уже собрала, какие мне показали. Может, еще что-то надо. Thank you.
Сегодня на обед. Остатки энергетика, которые я пила на первый обед. Бутерброд, который уже полежал. Но ничего страшного. Вафли. Приятного мне аппетита. И вам, если вы едите. Мне поручили разбирать. Ставить горку. А это тоже задание очень тяжелое, потому что там сейчас ногу сломит. По крайней мере, пока не знаешь точно. По-моему, тут только горка. Вот. И сейчас пришла девушка. Она вчера, по-моему, приходила вечером, я помню ее, потому что у нее были очень крутые сережки, прям очень похожие на сирень. Вот я ей сделала комплимент, а она мне сказала, что их можно купить на Яндекс.Маркете. Так что если вы искали сережки в виде сирени, можете поискать на Яндекс.Маркете. Вот. И сегодня она опять пришла. Вот, сказала мне комплиментик, что я очень вежливая. Приятно. Так, сейчас я оформляю горку, это не так просто. Я достаю те, что не нужно уже, выставляю текстовый делитель, пишу коды, чтобы потом распечатать ценники. Это уже не нужно, выкидываю. Вот, это идем ставить. Надо либо узнать, куда сейчас закинуть, если здесь место, либо закинуть вниз. Так, я покушаю, потому что утро. Я сегодня иду позже, потому что у меня сегодня смена 8 часов. Это значит, что я в зале. Буду расставлять книжки, прибираться там. Еще что-то делать. Вот, 8 часов. С 11 до 8 примерно. Так, я разнесла немного товар, убралась в зале. Сейчас поменяла Кристину на кассе и буду разбирать интернет-заказы. Какое сегодня число, я даже не знаю, 20 какое-то. Сегодня на обед у нас мимоза. Буду вонять луком. Извините, кто со мной работает. Вилка из-под доширака. Дома всегда в запасе, чтобы не таскать с собой обычные. Размешиваем. Едим. Но у меня есть жвачка, так что надеюсь, что я не сильно буду противна кому-то.
Как вы думаете, это вообще норм есть? Такое на работе. Пишите в комментариях, что думаете. Также на обед сегодня высокочувствительным отойти от экранов. Чай с плесенью. Кто-то оставил чай. Он начал плесневеть. Согласно указателям направления движения, соблюдая порядок и спокойствие. Эвакуации согласно указателям направления движения. Как вы понимаете? Здравствуйте. Здравствуйте. Семьдесят два. Пожарка закончилась тем, что мы просто вернулись обратно. У меня очень болят ноги, потому что нужно ходить. Здравствуйте. Здравствуйте. Последние 4 цифры сейчас. Да, подождите пару секунд. Сейчас я закрою. QR-кода нет возможности нет. Оплатить? Пакетик? Нет, есть. 2008. Угадывайте. Хорошо. Чек? Спасибо за покупку. Сейчас ловлю дикие кайфы, потому что можно просто сидеть и не ходить. Отпустила Кристину на обед. Вот вообще остался буквально час. Время 7 почти. 8 заканчивается смена. Я не помню, говорю, нет. Так что у меня тоже, можно сказать, перерыв продолжается. Потому что, ну, сидеть все-таки легче. Не знаю, мне на кассе намного легче, чем в зале. Хотя казалось, что, ну, типа, самая крутая работа, типа, в зале. Потому что с книжками там ходить, но на самом деле их так трудно искать. Ставить, расставлять, потому что там определенная система. И, ну, как бы, в этом всем надо разобраться. Тут, конечно, на кассе тоже есть свои сложности, но это намного легче. Вот. Вообще, напишите, нравится вам этот влог или нет. Я очень стараюсь его снимать. Немножко втихую стараюсь как бы показать все, но при этом ничего лишнего. Я думала, мне повезло, но на самом деле нет. Пришли забирать огромную посылку, мне пришлось бежать на склад, ну, в подсобку, нести коробку, раскрывать. Но зато теперь у меня есть антистресс.